Вот таким красочным световым шоу открыли в Афипском доме культуры праздничное мероприятие, посвященное вековому юбилею Северского района. За эти годы муниципалитет пережил немало важных исторических событий и продолжает идти вперед в ногу со временем. Гостей поздравили исполняющий обязанности главы муниципалитета Дмитрий Малов, депутат законодательного собрания края Сергей Орленко, председатель районного совета Владимир Захарченко. Я хотел пожелать благополучия семейного, чтобы действительно очаг был полон тепла, чтобы, когда мы приходили домой, нас встречали жены, дети, родители с улыбкой на лице. Этого всего мы заслужили в поколениях и будем верой и правдой работать и для нашего района юбиляра, и, конечно же, для нашей любимой Кубани. С праздником вас! Конечно, сегодня мы с огромной благодарностью вспоминаем тех людей, которые в 20-е годы строили молодую страну, закладывали фундамент того замечательного района, который у нас есть. Ветеранов войны, тружеников тыла, кто защищал нашу землю, освобождал ее от немецко-фашистских захватчиков. Тех, кто строил сельское хозяйство в 60-е, 80-е годы. И всех тех, кто сегодня своими усилиями, стараниями делает нашу жизнь, наш район лучше, прекраснее. В этот день благодарность за свой труд принимали почетные граждане муниципалитета, главы поселений, лидеры добровольческих и волонтерских объединений, помогающих участникам специальной военной операции, представители национальных диаспор и общественных организаций, ветераны труда, руководители предприятий и учреждений, а также многие другие заслуженные жители Северского района, внесшие значительный вклад в социальную и экономическую жизнь муниципалитета. Праздничное настроение подарили творческие коллективы. Приятным сюрпризом для присутствующих стал концерт государственного ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница». Для всех людей, которые в этот день приняли участие в праздничном мероприятии, Северский район – не просто точка на карте. Это любимая малая родина. 100 лет – не просто памятная веха в истории. Это следующая точка отсчета для реализации смелых планов и достижения новых высот.